США готовит самые агрессивные санкции против КНДР. США готовит новые жесткие экономические санкции против Северной Кореи. Предполагается, что о них объявят после завершения Олимпиады в Южной Корее, то есть до 25 февраля. Власти США разрабатывают самые агрессивные и жесткие санкции в отношении КНДР. Об этом в среду, 7 февраля, заявил вице-президент США Майк Пенс после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе в Токио, сообщает The Associated Press. По словам Пенса, США объявят о новых санкциях уже в ближайшие дни. Соединенные Штаты Америки вскоре представят жесткий и агрессивный раунд экономических санкций против Северной Кореи, и мы будем продолжать изолировать Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своих ядерных и баллистических ракетных программ раз и навсегда, сказал Пенс. Вместе с тем, в США не стали уточнять детали санкций, ссылаясь на опасения, что любая дополнительная информация может быть использована теми, кто пытается помешать новым мерам. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено после завершения Олимпиады в Южной Корее, то есть до 25 февраля. Напомним, в январе США ввели новые санкции против КНДР в связи с продлением Северной Кореи ядерной программы. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.